Подпишись на руку. Обожаю огнемет. Ну что тут скажешь? Немцы знают, как надо жить. Держи наушник. Спасибо. А ты со своими в разведку ходишь? Не-не-не. Понимание никого у него. У меня здесь не просто так американский флаг. Здесь общество. Здесь порядок. А там джунгли. Там синапсы в мозгу начинают постепенно затухать. И сразу забываешь, кто ты и откуда. Да. А что насчет моего друга Оливера? Я уже почти раскрыл это дело. Еще чуть-чуть. Кстати, ты теперь знаменит. Славный сегодня денек. Что, босс, планируете парад? Вечно ты меня смешишь, Вас. Так я хотя бы отвлекаюсь от серьезных дел. Благодаря тебе. Так... Что насчет Белоснежки? Да он вообще никому в хуй не впился. Вообще. Правда? Тогда почему я здесь? Когда ты получишь выкуп, и его друзей распродадут. Я убил старшего брата. Сделал то, что ты сказал с младшим. Моя сестра расписывает Белого. Меня не волнует твоя семья! Только по моей милости твоя башка не красуется на антенне моей машины! Поэтому будь любезен! Начни волноваться насчет Джейсона Броди! Окей, Хойт. Окей. Ладно. Фантастика! Прекрасная погода. А что за деревня чуть дальше? Берестаун. Кучка любителей местных. Украли накладную, очень дорогую для меня. Нужно их навестить. Рад был увидеться вас. Лучше держи путь в Берестаун. Наверное, Оливер там. У кого она? Скажу, когда там будешь. Мне нужно работать. Пока. Куда нам надо? Пешочком добежим. Раз, раз, раз. Одна нога тут, а другая там. Уиллис, я в Берестауне. На холме есть хижина. Оттуда виден центр деревни. Не выйдай из себя. Тут
Утхой. Пусть он сначала уедет, иначе он твоих друзей пустит на фарш. Я хочу, чтобы вы поняли, что любой, кто помогает лесным дикарям, кончит так же, как наши местные друзья. Я понятно говорю? Ты! Беги! Видишь парня в красном? Посреди минного поля? Понятно! Веселите тебя! Это твой, его надо вытащить. Ты спятил? У него транспортная накладная, ведущая к Оливеру Карсвеллу. Она зашифрована, но я расшифрую, если видишь снимок. Вот черт. Надо спасти парня. Агент Уиллис Хантли попросил тебя вытащить. Сказал, ты поможешь найти моего друга. Скажи мне, где Оливер. Нет, мне нужно в деревню. Когда дойдем, скажу. Что за черт? Так, за мной. Надо пройти через поле. Бігають за такими ранами. Надо добраться до деревни. Вали, ублюдка!
Мой дом на том холме. Пошли. Нашел транспортную накладную. Ну, наконец-то. Я их сниму еще для вылеза. Пигмы, блин. Уиллис, есть фотка. У пиратов шифр времен каменного века. Оливера везут по старой дороге. Я отправил координаты. Хорошо. Я уже в пути.
Добежим пешочком. Я что, не трогал? Найти удобную позицию до того, как его пересадят. Где же Оливер? Подожду Оливера. Не трогайте его, засранцы. Откуда мы здесь мы спрятались? Нельзя дать Олли сесть в вертолет. Йоли, давай! Все провалены. Очень не жаль. Нельзя дать Олли сесть в вертолет. И Олли, давай!
давайте. Олли, прыгай в катер. Муж мой. Оливер, сюда! Привет! Спасибо, что спас. Крутые татушки. Сваливаем отсюда! Катер! Держи катер прямо! Я стараюсь! Быстрей! Мы отрываемся! Что-то у нас есть? Вот тебе самый большой уровень сложности. Катер! Держи катер прямо! Я стараюсь! Быстрей! Мы отрываемся! Йо, грузовик на мосту! Спас меня. Они всерьез взялись за отца. Он едва не отдал им кучу денег. Оли, вас все равно продали бы в рабство, даже с выкупом. Вот дерьмо. Мы охрененно попали, чувак. Не знаю, как я смогу жить. Я тебя знаю, Оли. Ты сильнее, чем думаешь. Пошли, у меня есть где тебя спрятать. Дейзи? Ха, я нашел Оливера. Девчонки, как я рад вас видеть. Я рада, что ты цел. Ну, меня накрыло, как птицу над горящей плантацией. О,
Что это за место? Ну и крепкая травка. Никто не хочет дунуть, пока я ее не придушил. Я хочу... Эй, погодите немного. Тут просто рай. Джейсон, подойди, когда будет минутка. У меня есть кое-что. Мне тоже нужно кое-что показать. Идем. Привет. Я ставлю крест для Гранта. Спасибо. У меня не было времени. Нужно поговорить. Поговорим. Только не сейчас. Нужно найти Райли. Если с ним что-нибудь случится... Я скучаю. По тебе. А ты ходишь со всем этим оружием, весь в этих странных татуировках. Я не говорю, что тебе не нужно их спасать. Просто я волнуюсь. Ты изменился. Лиза, не бойся. Впервые я полностью управляю своей жизнью. Я знаю, ты прав. Мы так много над этим работали. И еще тебя ждет работа в студии. Я помогала Стиву. Я не хочу говорить о твоих бывших сейчас. Это мой путь, и я сам должен найти его. Ладно. Поняла. Ты устал. Можем встретиться позже. Я люблю тебя. Теперь иди. А то я снова тебя задержу.